белочка живет у нас на соседнем балконе. Гнездо рядом с бельчатами. И вот мы кормим ее. Кедровые орешки грызет. Вот бельчата в гнезде в этом. Вот она наша любимица. Кушает кедровые орешки. У нас белочки каждое утро просят покушать, и мы их избаловали, и теперь они каждое утро ждут, что мы им дадим орешки, а еще их любимое лакомство – это авокадо. Да, орешки мы им уже дали. Орешки им уже ели 2 часа назад. По половинке авокадо. Теперь, чтобы они не подрались, мы кинем им по половинке авокадо. Так сразу две кидай, чтобы они не разругались. Держи вторую. Такая глупая у меня. Товарищи белки. Одна взяла, вторая. Другая вот авокадочка лежит, половинчик. Ну не кушай. Вторая белка почему-то боится. Кинуть сюда тебе? Я кину тебе сюда. И второй кину сюда же, хорошо? Она спускается вниз. Она идет к авокадо. Она нашла его. Валера, она нашла авокадо. Слава Богу. Мы даже не знали, что они так любят авокадо. На самом деле, Валера просто, когда пошел выкидывать мусор, он увидел белку, которая выгрызала тщательно авокадо. Остаточки авокадо. Поэтому мы решили, что им нравится авокадо. И на самом деле им нравится авокадо. Второй бельчонок не так жалует авокадо. Но он пытается выгрызть орех, который мы ему дали. Пекан называется орех. Наподобие нашего грецкого ореха. Смотри, Валер, камера. Ты в камере увидишь больше. Красота какая. Грызет, все слышно, и ворчит, и чмокает, и хрустит. Видно, как она выедает этот орешек красиво. Мы их балуем и кедровыми орехами, и фисташками. И это пекан орех. И авокадо. Гуси увидели собаку и предупреждают своих сородичей об опасности. Маленькие желтые гусята, канадских гусей. Мама и папа.